Шумевшая кудесница заразных профитролей спустя полтора года выплатила свои долги. Счет за причиненный вред десяткам отравившихся был почти в 500 000 рублей. Напомним, в январе 2012 года эклеры, которые сошли с конвейера фабрики «Кудесница», выпускались с нарушениями санитарных норм. Несколько десятков человек, которые отведали пирожные, заразились сальмонеллезом. Индивидуального предпринимателя Полякову обязали выплатить пострадавшим компенсацию. За своими деньгами люди были вынуждены обратиться к судебным приставам. Выплаты могли затянуться на долгие годы, если бы не недавно приобретенный должницей земельный участок. На него судебные приставы наложили ограничения пользованием. И не зря. Вскоре Полякова появилась в отделе судебных приставов и внесла оставшиеся 300 тысяч рублей. Еще более 30 тысяч предпринимательница была вынуждена заплатить за неисполнение судебных требований в установленный срок.